Сегодня 11 июля, и уже сегодня 18:00 я прочитаю мастер-класс, который называется «Как использовать ораторские инструменты для достижения своих целей». Целей, как правило, всегда три. Материальное в социуме, да, то есть все, что связано с карьерой и с деньгами. Это поскольку в социуме, то, соответственно, это предмет переговоров. И во многом объемы материальных ресурсов, которые мы зарабатываем, зависят от того, насколько у нас подвешен язык, и мы умеем на равных разговаривать с людьми, которые принимают решения. Вторая тема – это личная жизнь. Партнера мы находим в социуме, это все зависит от нашей способности к коммуникации, от ораторских навыков, умения вести диалог, монолог. И третья тема – это диалог с судьбой, да, когда мы понимаем свои стартовые особенности, мы понимаем, кто мы, откуда мы вышли, и мы можем путем диалога, аффирмаций, молитв, да, и разговора с самим собой, кстати, очень важная вещь, помимо того, что мы общаемся с внешним контуром, у нас есть еще и внутренний диалог. От качества ведения диалога с собой можно зависит корректировка событийного ряда по жизни. Очень много людей рождаются в семьях с низкими стартовыми возможностями. Ну вот получилось так, что не родились вы в семье олигарха. И тем не менее, к 45-50 годам этот человек умудряется достичь позиций, которые, ну, наравне с теми же олигархами, если брать материальный план. Или, например, у него счастливая семья, трое детей, и жена счастлива, и никогда тебя ни на кого не променяет. Это результат применения ораторских приемов, ну, по-хорошему, да, это умение разговаривать с близкими, и на самом деле это построение событийного ряда. Короче, в 18:00 мастер-класс «Как применять ораторские инструменты для достижения своих целей», которые тоже надо поставить. Приглашаю всех желающих, предназначается самому разному кругу людей, начиная от студентов, журналистов, людей, у которых профессия слова, политики, предприниматели, управленцы, кадровики, рекламисты. И так далее, и так далее, и так далее. Абсолютно бесплатный мастер-класс, как зарегистрироваться и успеть на 18:00 в подписи к этому видео.